2012, и мы сейчас будем проходить модификацию под Half-Life 2, эпизод 2, эпизод 2, куб. Специально для тех, кто раньше жаловался, я сделал меньше звук и музыку, то мне было лучше слышно. Надеюсь, это поможет. Затем расскажу, что это за мод, вы узнаете уже по очередности этого прохождения. Помимо прохождения, тут будут встречаться крутые места. Так, короче, я бред говорю. Так, сейчас, что я хотел. Да. Короче, я буду проходить этот мод с комментариями, а не как разум. Ну, вы же сами уже поняли. И поэтому я вам расскажу, что этот мод напоминает немного портал, так как тут всякие логические задумки присутствуют. Вот. Даже в нем некоторые есть баги. Но сам мод великолепно сделан. И делался он более 6 лет. Ну, короче, пока он будет грузить, я вам все расскажу. Ладно, начинаем. Так, сначала. Да, обычно, правильно. Начинаем первую главу. Проснись, спой. Вот. Такие баги, как, например, со светом. Если включишь свет в некоторых местах, просто вылетит игра. Поэтому вместо этого будут юзать некоторые коды, чтобы это исправить. Ну, по-другому, блин, чтобы свет настраивать. Ладно, начинаем. Работа творческого коллектива AACK. 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 Сарма Инициатив. Или как его там. Не обращать внимания на Steam. Куб. Вещи, такие логотипы, представление Valve Corporation, SARM Initiative, автор мода A14, сценарий мода A14, Степни Харрисон, Андрей Дмитрий. Новые идеи A40, Лумен, Стивен Харрисон, Андрей Дмитрий и Кирилл какой-то там. Новая модель анимация Гравигана, Вилл Смит. Ну да, тут новая модель Гравипушки. Ну короче, вы увидите все. Пока мы едем, просто буду рассказывать, что тут вообще, потихоньку. Блин. Но я немного буду по-другому, как бы, вступление в каждом видео делать. А то одно и то же как-то бесит. Если нормально слышно, блин. Хоть звук слышно, надеюсь. В игре. Ну вот. После небольшой этой начинаем. Так, сразу поставлю кое-какую хрень, то будет успею прочитать. Потому что тут быстро устезает этот текст, который вы сейчас видите. Сообщение от разработчика. Странная картинка на черном фоне, которую вы только что видели, является частью головоломки, не относящейся к сюжету этого мода. В каждом таком изображении соответствует одна буква из английского алфавита. На протяжении всего мода будет прокручено целое сообщение, расшифровать которое можно будет при помощи отдельных ключей, спрятанных на уровне мода. Любой игрок, сумевший полностью расшифровать сообщение, не сообщив на его, получит возможность принимать участие в бета-тестировании модов Hatch 18, Bunker 18 и Ozen Life. Подробнее об этом можно узнать в профиле мода на mod.com. Спасибо за внимание. Ну, короче, просто. Акция, как бы, если соберете все головоломки, которые там присутствуют, ну, которые вы видели, топ, синий шар такой, наподобие этого, вы узнаете, что тут будет. Так, сейчас. Они все поставят, да? Ну, ладно, начинаем. Сама графика, как видите, в виде куба. Тут и название. Присутствует и дизайн. Короче, вы сами все узнаете. Ну, начинаем, короче. Ну, вот вам часть головоломки, о которой говорили. Логотипы. Вот. Эй. Что означает буква А? Не знаю. Эй. Пока неизвестно. Сам еще не пытался, не получалось. Хоть я и проходил. Ладно. Надеюсь,
надеюсь, не слишком уж тихо. Могу погромче сделать. На всякий случай сделал чуть погромче. Тут как-то тихо, кажется. Надеюсь, вот так нормально и меня слышно, и в игре. Ну вот. Вот вам пример. Постоянно что-то делается. То есть испытания эти, тестирование. Прям в ваших глазах собираются. В кубы. Выбирание всех этих ненужных деталей. Тест Чембер 0. Наевайчик, сука. Голова первая, проснись и пой. Прикольный такой эффект. Ну вот, первый компенсейшн. Сообщение. Добрый день, испытуемый номер 23. Вы приняли участие в экспериментальной программе по комплексному исследованию наших технических разработок, а также... Извините, мне тут аллергия на пыль, я случайно остановил, ладно. А также человеческой психологии при взаимодействии с этими же разработчиками. Комплекс, внутри которого вы находитесь, является кубом, состоящим из множества отдельных модулей, также имеющих форму кубов. Все модули в комплексе подвижны, что позволяет быстро создавать новую текстовую камеру за счет экономии пространства и материала. Будьте осторожны. Все модули в кубе продвигаются автоматически по заложенной в них программе. Ну, как вы видели в туннеле том, да. Если вы окажетесь в зоне перестройки расположения модулей, то вас раздавит, и ваши останки скребут только в день технической чистки куба. Морай правды. Не застревайте в кубических панелях и модулях. Иначе раздавит, а потом только согребут вас в воскресенье. Обычно в воскресенье выходной день. Ладно. Что тут у нас? Ботинок. Никому не нужно. Непонятные звуки. И люк, который нам надо идти. Ну тут все двигается в основном в этих кубах. А вот. Вас тут еще будет трясти и там подобное. Будто все крушится. Ладно. Кубик, вам не раз придется сталкиваться с большими высотами, которые во всех случаях смертельны для незащищенного человека. Для вашей же безопасности мы осадили вас в специальном костюме. К сожалению, Apertusians не стали вам поставлять разборки своих сапог, и нам пришлось ограничиться своей разработкой костюма. Данный костюм будет спасать вас от некоторых падений, но по-прежнему остается смертельным. Даже как и встретить с гиперболоидом. Но при получении травм костюм помогает легко их залечивать. Если еще поблизости у вас будет стационарный медузел, также разработанный нами. В тот же костюм прилагается фонарик, увеличение зрения и маячок, который поможет вам найти в день технической чистки с куба, если вдруг погибнете. Ну, как видите, этот мод даже связан еще с Apertusians. Ну, порталом. Так как это еще делали, когда портал первый был, еще до портала второго. И когда должен был выпустить этот мод, они начали дальше делать, потому что вышел портал второй. Они просто связали портал и вообще хафать немного с этим модом. Ну, то есть, честно, можно сказать так. Ладно. Напоминает этот куб из этого. Только по-другому. Картинка, ну, модель. Ладно, идем. Не буду тут болтать. То вам надоело уже болтовня, наверное. Ваш первый спуск. Не упадите, потому что если это случится, то никто не придет вам на помощь. В отличие от портала, тут нет никаких порталов. А во-вторых, здесь с большой высоты ты можешь умереть. У тебя нет на ногах таких штук, как в портале. Ну, этих, для высот, которые. Тут опасно. Так тут все двигается. Упасть легко. Упадешь, до свидания. Вот вам. Кто-то следил тут. Ну вот. Поздравляю, вы нашли стационарный медузел. Это устройство предусмотрено для вашего костюма. При помощи него можно быстро пополнять здоровье. Для простого распознания зама оснастили его голографической проекцией медкреста. Голографическая проекция не является опасной для здоровья человека. Но длительный взгляд на проекцию синего света может привести к временной зрительной дезориентации. Нельзя смотреть эту штуку долго. Так, посмотрим, куда идти. Так, сюда не я. Ну, знаю, только туда и надо было. Блин,
Что это было? Либо мне показалось, либо кто-то ботинок утащил. Ладно. Заперто. А не вот сюда. Ага. Ну это смена уровня, вы сами знаете, загрузка обычная. Вот такой вот мод. Буду его делать до конца. Как и другие модификации игр, которые будут в дальнейшем. Так, ладно. Ну, туда вряд ли надо. Нет. Тут ничего нет. Тут только странный звук шумит. Этот мод смесь пуп, это головоломок и хоррор, блин. В небольших местах. Ну, сами все узнаете дальше. Ну, вот еще один логотип, который надо как бы узнать что-то там, порой как-то еще что-нибудь, кодовое слово. Вот, текстовая камера номер первая. Вы добрались до нашей второй текстовой камеры. Пользуясь случаем, напоминаем, что вы все еще находитесь внутри гигантского куба, стоящего в множестве модулей, и новая камера будет выстраиваться автоматически. Принцип постройки комнаты куба не зависит от прохождения испытума, поэтому исключено, что вы будете ходить кругами. Но вообще еще заметь, что есть все английский текст. Кто, допустим, не русский, мог прочитать это. Ну ладно, начинаем. Кстати, мод сделали и русские, и не русские. Даже присутствует тут прикольная музыка, которая сейчас играет. Если вы, надеюсь, ее слушаете. Ладно, играем. Вы решили первую головоломку, связанную с поиском модулей кубов кнопок, приложатели которых открывается путь к следующую комнату. Обратите внимание на то, что модуль куб, послуживший кнопкой, не был ничем обозначен или выделен среди остальных таких же модулей. Это сделано специально. Ну, короче, смысл искать пути кубов в модуле кнопок, типа таких. Ладно. Ну, вот вам пример. Делаем дорожки. Пойдешь, сдохнешь. Ай. А, не все верно. Прыжки тут будут сильнее, почти. Это интересно, вот в этом месте просто так сделано, откуда вывел из банка? Из-под чего-то там. А, может, с юга. Да пофиг. Тут ничего нету. Я буду кататься по этим модам куба. Блин, тупоаллергия. Тихо говорю, не тихо говорю, не пою. Ну давай уже. Этот фрапс еще иногда тупит. О, сейчас поедем наверх. Ну такой вот мод. Еще один модуль кнопка. Сейчас покажу, тут есть еще пасхалка небольшая в этом месте, отсылка к чему-то там. Во. Поздравляю, вам удалось найти пасхалку. Ну это с какого-то фильма вроде, музыка, я так и не знаю. Но я сейчас смотрю, тут это ДЗЗА какой-то там название. Если вы знаете, что это, напишите в комментариях, чтобы я знал. Ладно, пошли дальше. Опять двигаем эти модули кубы. И идем дальше. Блин, не громче говорить, а тише, непонятно. Так. Так, я ступил. Аккуратно. Вот я что забыл. Давай едь вниз. Забыл эти модули кубы вытащить. Черт. Да блин.
теперь при помощи вашей интуиции вы прекрасно находите модули кубы, служащие кнопками. Мы решили усложнить задачу и разместить на птичьей комнате кнопку на потолке. Посмотрим, как вы сумеете карабкаться по стенам. Да-да. Ну, вот там даже видна со стрелками. Ну вот, пошли. Что-то где-то открылось, по идее. Надо спуститься еще вниз. А, вот, видно. Проход. Спускаемся куда-то вниз. А, вот. Вам не понравится эта комната, самую первую? Вы здесь уже были. Вы попали как раз в ту ситуацию, когда из-за перемещения модуля в кубе Сплатун начинает ходить кругами. Принеситесь обратно и попробуйте найти другой путь. Ну вот, кругами, как вам говорили. И тот самый ботинок, интересно. О, это незаметно, я английский плохо знаю. Если что, переведите в комментарии, чтобы я знал. Кому не лень. Да, нажмите на паузу и все. Так, знать обратно. Ну и... А, все. Еще один логотип, который мы видим. Хорошо, что я не прыгнул вниз, блин. То бы раздавило бы. И опять похожая комната. Тут есть стрелки. Есть ботинок. Нет, ботинок тут нет. Тут заперто. Так, тут стрелки. Показываешь путь. Сюда что ли? А, и правда. Ну ладно. Идем дальше. Так, тут тупик почему-то. А. Понятно. О. Если вы думаете, что это раздавит, но нет, она не раздавит. Просто вытащит вас наружу, куда и надо. Ну опять смотрим. Мусор куда-то бояется всякие. Модули кубы двигаются. Ну и там подобное. Пошли дальше. К загрузке. Ой. Короче, пока на этом все. Ну а как раз к тесту камеру номер 2 мы дошли. В следующий раз мы будем делать уже дальше вторую часть прохождения. С вами был Амар 12. Подписываемся на канал, делаем, жмем пальцы. И удачи!